Здравствуйте, меня зовут Костерина Ира, мне 22 года, мой рост 173 сантиметра, а вес 55 килограмм. В моем списке киноработ уже есть три. Это сериал «Шаман», третий сезон, вторая серия, фильм «Расскажи мне сказку» и короткометражный фильм про Александра Сергеевича Блока. А сейчас я учусь в Институте кино и телевидения на специальность актрисы театра и кино. Режиссер Максим Диденко сказал мне, что я очень выразительная актриса. И, знаете, я всю жизнь очень хотела стать актрисой, но ни родители, ни друзья, ни знакомые никогда меня не поддерживали. Они считали, что актер — это профессия для очень глупых и ничего не умеющих людей. Такие шуты для народа. Но я не согласна, была с ними никогда. И вот на моем счету уже есть несколько работ в кино, несколько работ в театре. Я считаю, что жить нужно в удовольствии. А для меня удовольствие — это сниматься в кино, быть актрисой, работать. Большое спасибо за то, что вы посмотрели этот ролик и потратили на меня свое время.